Теперь вы знаете, для чего стоял Мольберт? Не было. Я читал его книжку. Не моя книга. Это его книга. Но он как-то далека. Олег, иди сюда. Ну, на секунду. Правда же, Олег? Олег, что? Смотри, герой твоего романа. Я прошу. Ты юбиляр. Да. Ну вот теперь втроем. Давай, а где еще? Феликс. Феликс. Я хочу собрать. Я ты видел такую компанию?
чудовим веселым другом. Завдяки піклуванню партії та уряду. Спасибо за внимание. Я был маленький. Все, ребят, вы отдыхайте, а я на работе.